Это какой-то один вопрос. Какой-то из них выбрать, какой один? Ну, давайте начнем с того, о чем мы мечтали с детства, и перейдем к тому, а где вот был щелчок, да? Как вы решили стать именно вот тем, кем вы стали сейчас? Кем я там мечтал-то, я даже и не помню. Кем я мечтал? Я что-то... Вспоминаю, что я собирался в театральное училище поступать. Это было в Новосибирске, надо было в Новосибирск ехать. А жил я в Усть-Каменогорске. Это Восточно-Костанская область, это так далеко. И меня туда не отпустили родители. Вот я помню этот момент, что меня не отпустили. Ну, а такое... Я думал, может быть, или... В моду я пойду, или ну, там вот, или на артиста. Это уже совсем детство было у меня такое. Или мода, или артист.